Всем доброго дня, мои друзья. В прошлом видео в своем я делал самодельную соляную кислоту. Вот она, эта самодельная соляная кислота. Также я запланировал после этого видео сделать интересный обзор вот этому камню, который показывал там. Он пиритовый, очень тяжелый. Надо будет сейчас его раздробить, растворить. И при помощи самой обычной соды все это выделить. Сода восстанавливает все, не только пирит, но и золото, и все остальное. Также я в комментариях писал про компьютеры, дал такую информацию небольшую. Вот я подкупил 30 компьютеров для обзора следующего. Разберем все это. Но в следующем обзоре это будет демонтаж. Чтобы это все разобрать, уйдет, наверное, ну, почти недели, я не знаю. За 4 дня постараюсь справиться. Это будет очень интересный обзор. Я там буду в большей степени рассказывать про то, в каких деталях находится золото, в каких не находится и так далее. Также буду показывать, как все это демонтировать, разбирать. Много что еще расскажу, чего, наверное, не говорил в других своих видео. Поэтому это будет очень интересный обзор. А уже третье видео мое будет там, я уже начну растворять это все и выделим золото. Это будет очень подробный процесс, но в этом видео будем заниматься вот этим камнем. Надо будет это все сейчас растворить и попытаться найти золото. Смотрите, видите, желтизна какая. Интересный образец. На солнце он вообще аж переливается. Этими блестит, как будто вот мишура золотая. Очень интересный образец, кстати. Кто знает, а то вдруг в нем золото куча. Вот сейчас будем это все растворять, дробить. Использовать будем как раз нашу самодельную соляную кислоту, которую я делал. Смешаем ее примерно один к одному с азотной кислотой, с настоящей технической. Вот электролит, из которого я выделял соляную кислоту. Смотрите, в нем выпали кристаллы. Чему я это показываю? У меня есть подозрение. Я сыпал полстакана соли, а выпало еще больше кристаллов. Это соль серной кислоты еще. То есть у меня есть подозрение, что вот эта вот соль, она может восстанавливать золото. Ее надо будет сейчас не выкидывать, потом поэкспериментировать. А то, может, это хороший восстановитель. Кто его знает. Можно тогда, может быть, будет делать восстановитель из соли и серной кислоты, к примеру. Надо будет поэкспериментировать. Потому что я не пробовал. И уверен, что никто не даст такого ответа также. Поэтому это только самому можно будет проверить. В общем, вот такую вы информацию получили. Вот они, наши компьютеры. В следующем видео будем их перерабатывать. А в этом видео займемся вот этим вот философским камнем нашим. Так, сейчас мы разобьем этот камень, наш философский камень. И посмотрим, нет ли там золота внутри. Камень не сильно такой он твердый. И в нем пирита так много, я такого образца никогда не встречал. Это будет очень интересный обзор.
Это продолжение моего видео в поисках золота пирит, где я намывал пирит. Я обещал найти камень, потому что я знаю, что такие образцы часто попадаются, но я не делал им никаких анализов, ничего не делал. Поэтому я не могу знать на 100%, есть в них золото, нету. Я знаю, что есть такие породы, в которых содержание пирита очень много, практически 50 на 50. То есть, кто знает, вдруг там 1% есть золото. Вот сейчас мы и узнаем. У нас вообще в моих краях таких камней просто валом. Он мягкий, почти как уголь. Чуть-чуть такой плотнее. Так. Вот и все. Чуть-чуть разлетается. Берем посуду. Растворять будем в такой вот кастрюле стеклянной. Она качественная. Знаете, много не буду брать. Еще раздроблю чуть-чуть. Не сильно, я говорю, такой твердый. Так. Разбиваем. Так, вот так вот вполне хватит. Даже много. Ну ладно, пусть побольше будет. Так, ладно, это убираем пока. И начинаем это все растворять. Так, я все раздробил. Наш потенциальный камушек. Так, сюда на плитку его ставим. Это азотная кислота. Ну, не знаю, тут, наверное, миллилитров 200-300. Техническая. Я уже говорил, она тоже не самая лучшая. Это наша самодельная соляная кислота. Этой кислоты достаточно, чтобы растворять потенциальный материал. Пусть она и самодельная, но она растворит золото достаточно хорошо. Смешиваем один к одному примерно. Ну, столько хватит. Вот я половину использовал. И наливаем сюда. И пусть растворяется. О, реакция пошла достаточно бурная. Так, накрываем крышечкой и включаем нашу плитку. Так, плитку включили. Пусть так кипит часа полтора. Потом начнем фильтровать и восстанавливать обычной пищевой содой наш материал. Все, что выпадет в осадок, там будет не только подгруппа железа, пирит, лимонит или что там это, я не знаю. Также и золото, если там есть, оно тоже выпадет. Потом это будем плавить. Получившийся осадок, такой желтого цвета. Ну, дело пошло. Раствор слегка пузырится, то есть кислота уже, еще холодная все, но уже реагирует с породой. То есть получается, что кислота получилась такая, ну где-то 15%. 20% скорее всего она не получилась, но ее достаточно, чтобы растворять любой материал потенциальный. Но сразу хочу добавить, вот это я забыл сказать, к сожалению. Не стоит эту кислоту использовать как для отравления, к примеру, получившегося золотого осадка. Это техническая кислота. Там выделялись помимо соляных паров, кто его знает, может и хлор немного. Поэтому осадок может частично раствориться. Только для растворения. То есть растворили, мы от этого ничего не теряем. То есть кислота для таких работ, чисто растворение. Я ее, конечно, производить не буду. Но если вдруг кто-то не может найти, купить, на крайняк можно так сделать. И вот вам пример. Сейчас это все растворится, а дальше уже будем все это восстанавливать. Я это сейчас все уберу на хранение в другую посуду. Так,
пока мой раствор греется, я уберу этот электролит, из которого я выделял соляную кислоту с этими кристаллами, вот в такую вот кастрюльку стеклянную, чашу. Берем. Я боялся, что скотч отклеится, я его хорошо приклеил. Как я уже говорил, надо будет проверить эти кристаллы. Потому что, кто знает, вдруг они восстанавливают золото. Это соль образовалась. Серные кислоты и пищи соли. Серная соль может запросто восстанавливать золото. Информации на этот счет нету никакой, чтобы кто-то написал или задокументировал это, что соль серной кислоты может это делать. Вот я проверю это, так как, блин, что я наклеил, а? Шмат. Вот это я наклеил. Мне эта посуда сейчас нужна. Потому что сейчас будем, когда все растворится, в нее отфильтровывать наш раствор потенциальный. Ага. Сколько кристаллов соли и серной кислоты. Неплохо, да? Так, надо их немного вот так отрасывать, они мягкие. Обязательно сделаем такие испытания. Проверим, восстанавливают, не восстанавливают и кристаллы золота. То, может, это будет еще лучший реагент. Таким делом для некоторых можно сделать немного соляной кислоты и еще приобрести восстановитель для золота. Ну, ладно, я сильно не буду их прямо отсюда, сейчас промою это. Или можно вот так сделать, слегка сюда налить. Раз, это протру стол. Пойдет, все, ладно. Запах стоит соляной кислоты, такой легкий. Это временно уберу на хранение. Если получится, в этом видео сделаем такие испытания этой соли. Пока сюда можно даже убрать и накрыть крышкой такой же стеклянной. Прошло минут 10. Раствор начинает греться. Уже все пузырится. Становится такой красно-бордовый. Кислота очень хорошо реагирует с материалом, так что соляная кислота самодельная прекрасно работает. То есть имейте в виду, ее по-любому не обязательно применять концентрированную, как продают, можно разбавлять и получится примерно такая же. Так, ну пусть еще растворяется, это только начало. Потом будем фильтровать при помощи сетки. Прошло больше часа, и пришло время снимать наш раствор с плитки. Если там золото было, оно уже растворилось. И все, что может другое растворяться, в том числе тоже. Так, сейчас он остынет, раствор. Будем фильтровать в этот стакан. Прошло еще немного времени, и раствор остыл. Так, берем эту крышку, сюда ставим.
наша сетка с обычной бумагой. Да. Чтобы направить, чтобы по ней бежала. Вот так. Все равно. В бок уходит куда-то. Плохо. Переливать. Вот и порвался фильтр. Зараза. Так, второй фильтр я установил. Фильтрация пошла. Раствор фильтруется достаточно быстро. Сейчас в течение нескольких минут все отфильтрую. Первый порвался. Ну, такое бывает часто. Раствор кислотный, поэтому... Промывать осадок нужно до тех пор, пока капельки не перестанут идти прозрачные такие. Ну, белые. Если они слегка окрашены по-прежнему в какой-то цвет, зеленоватый или желтоватый, то нужно продолжать промывать, так как в осадке по-прежнему присутствует раствор. И даже когда пойдет уже прозрачный раствор, можно еще как минимум на 3-4 раза это все промыть. Ну вот и все, уважаемые зрители. Все отфильтровалось. Вот сколько раствора получилось. Что я сделал? Я таким способом получил такой концентрат. Минералы, которые растворялись, в том числе и золото, если оно там было, оно тоже растворилось. Моя ложечка золотая, которую я ем постоянно. И сыпем просто сюда соду понемногу. Сейчас будет шипеть, 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 шипеть. В итоге потом все восстановится. Но в принципе кислота тоже нейтрализовалась за счет того, что растворялась порода. Но все равно ее еще много. Видите, как шипит. Так, ладно. Сейчас я камеру подвину поближе. Так. Ну, в принципе, уже дело пошло. Почему я в этот раз не стал применять железный купорос? У меня просто его, во-первых, нету пока. Надо будет вот делать, когда будем компьютеры перерабатывать, золото выделять, я сделаю железный купорос. Пиросульфит натрия я уже говорил, здесь бесполезен, он взаимодействует вот с этими веществами, с другими какими-то. Поэтому я применю такой способ, немного другой. Сейчас этот осадок выпадет, такой, знаете, оранжевый. Его потом отфильтруем, он задержится на фильтре, с бумагой сплавим. И таким образом мы избавились от большей части песка и всякой слюды, что не растворилось. В прошлом видео я это все вместе с песком плавил. И это было очень тяжело сделать. Там тигель у меня расплавился быстрее, чем... Потому что температура плавления у песка
огромная. Так, ну вот уже реакция практически спала. Сейчас я еще буду продолжать сыпать и уже покажу, когда будет уже все такое, осадок ярко-оранжевый, то есть поташ, выделится поташ этих подгрупп и всего, что там растворялось. Это как поташ сделать из медного купороса. Ну вот, еще пару ложек бросил соды и все, считай, сделано. Весь осадок выпал. Получили такой осадок морковный. Поташ. Перитовый поташ. Для чего это нужно было делать? Ну, я думаю, многие из вас понимают, мы же не можем взять, налить тот красный морковный раствор в тигель и начать его плавить. Нам нужен материал, который мы будем плавить. Для этого надо в какой-то осадок превратить. Жидкость нельзя плавить. Она будет испаряться, но не плавится. Вот надо было как-то это восстановить. Сода прекрасно подходит для этого дела. Все выпало. Сейчас он еще немного так пузыриться будет, минут, может быть, 30. Потом реакция вообще спадет. Это еще слегка где-то кислота есть. Сода реагирует. И, в принципе, на дно сядет такой оранжевый морковный осадок наш, который нам надо будет отфильтровать через фильтр. Я сейчас подготовлю, и его можно будет плавить. Потенциально там все, что растворилось, там и будет присутствовать. Это куда больше, чем... Это 100% концентрат. Больше, чем я показывал в том видео, где в поисках золота пирит обозревал. Там все равно была и слюда, часть слюды, песок. То есть очень много грязи было. Здесь 100% материал. Просто 100%. Это лучший способ для поисков золота из породы. Но он такой... Достаточно дороговато. Это каждую породу вот так надо делать. Это невыгодно. Легче проверять, то есть химреагентами. Ну вот, считаю, все. Весь осадок выделился. Морковный. Его, кстати, будет много. Очень. Будем в большом тигле это плавить. И будем сейчас фильтровать. Но для этого надо подготовить фильтр. Если мы сейчас прям так начнем фильтровать через бумагу, фильтрация может не начаться, потому что там кроме воды ничего уже нет. Обычная сода бумагу не разъедает, в отличие от пиросульфита натрия, поэтому надо фильтр как-то, чтобы он немного размяк, пропускал хорошо раствор. Поэтому берем чуть-чуть кислоты нашей самопальной, кстати, и заливаем его. О, как видите, кислота крепкая, он как реагирует с бумагой. Я подозреваю, 20% в ней есть, потому что она перестала у меня конденсировать пары соляной кислоты. А я читал в интернете где-то, что самопальную кислоту вот такую можно сделать только 20%, или 22%, что-то такое было написано. То есть вы потом можете хоть целый день стоять, продолжать эти пары собирать, но они не будут уже конденсироваться в воде. Это сами пары надо конденсировать тогда, чтобы получить хорошую концентрацию. Вот и все, бумага полностью растворилась. Сейчас я водой промою, надо будет очень аккуратно это все. Так, ну-ка, смогу, не смогу перелить обратно. Аккуратненько. Вот, отлично. А фильтр так водой сполосну сейчас. Установлю на сетку и будем фильтровать. Как видите, кислота получилась все-таки 20%. Так что имейте в виду. И материал прекрасно растворился.
Наступило утро следующего дня. Вчера я все отфильтровал. Вот сколько оранжевого осадка у меня получилось, этого поташа. Все, что было растворено, выпало вот в такой осадок. Теперь это надо все подсушить на сковородке, на плитке. Осадок еще уменьшится, потому что он влажный. Сейчас уже погода такая, поздняя осень. Он сам по себе вряд ли высохнет, наверное, за недели-две. И вот у меня немного золота есть. Та самая наша капелька, помните, из угля. И плюс осадок из телефона. Вот те крупинки, в общем-то, за этот период, находясь в азотной кислоте, рассыпались песок. Как я уже говорил вам, они тогда спеклись, но не сплавились. И видите, такое все желтое стало, то есть они почистились. Сейчас растворю это. Нам нужен раствор золотом для того, чтобы проверить вот эти кристаллы, которые я подозреваю, что могут восстановить раствор золота. Это будет очень любопытно и интересно. Кто знает, может, я нашел собственный восстановитель. Видите, этот осадок такой стал желтый-желтый. Потому что почистился в азотной кислоте. Те крупинки, они просто спаялись так, спеклись, как я уже говорил. Но не сплавились, как вот эта вот бусинка металлическая. Так, растворяем наше золото. Ставим на плитку. Включаем плитку. Включили. И, кстати, будем применять нашу самодельную соляную кислоту. Вот сейчас и посмотрим. Нальем ее чуть-чуть. Ну, вот так вот хватит пока что. Еще чуть-чуть можно. Все, вот зараза, чуть-чуть капает. Так. Сейчас раствор начнет греться, и все это начнет растворяться у нас. Получим такой раствор золота желтенький. А потом испытаем ту нашу соль. Кто знает, может, это хороший восстановитель. Я только сейчас немножко еще добавлю азотной кислоты и все, потому что там мало очень. И все растворится. Накрою крышкой. Так, чуть-чуть азотной кислоты добавил. Ну и все, все нормально. Так, практически все растворилось. Сейчас эта бусинка растворится и все. Так, мое золото практически растворилось. И нам надо сейчас будет подсушить этот осадок оранжевый. Можно даже вот так вот его сюда накласть. Он сейчас упарится, его станет намного меньше. А то его так не вытащить, он фильтр порвется. В нем еще много воды. Будем сушить сейчас его. Раствор сейчас сниму. Так, большую часть осадка сюда пересыпал, в эту так называемую сковородочку маленькую. Чуть-чуть осталось на этом, ну, потому что фильтр порвался, ну ладно, это я промою водой, не так много и осадка осталось. Не думаю, что там прям золото, целый килограмм, да? Я знаю, что здесь золота практически нет. И сейчас будем сушить этот осадок. Сейчас поставим на плитку, и он будет сохнуть. Он потом уменьшится в объеме. И кто знает, может поместиться даже весь в наш большой тигель. Так, раствор с золотом у меня, по-моему, уже растворился. Да, все растворилось. Все растворилось, отлично. Пока сюда убираем. Как видите, соляная кислота самодельная прекрасно работает. Зараза, пары. Можно не выключать плитку и сразу ставить.
нашу сковородочку с осадком этим оранжевым. Сейчас вода начнет испаряться. И потом сразу же будем плавить этот осадок. Пока наш осадок выпаривается, пришло время попробовать нашего монстра в действии. Монстро! Наше золото, бесценное, хлорид золота, который я растворил. Я думаю, его не надо проверять хлорным оловом. Я думаю, вы мне доверяете уже. Ну, если хотите, я могу проверить, конечно. Добавляем воды. Еще чуть-чуть, ладно. Пойдет. Все. Вот сколько золота получилось. Чуть помешать его, чтобы он... Отлично. Берем нашего монстра. Посмотрим. Может, это глупая затея, но кто знает. Так. Аккуратненько. Буду использовать бутылку пластиковую, как стаканчик, чтобы развести водой эти кристаллы и мою золотую ложечку. Так, ладно. Пожертвую. Набираем кристаллы эти. Вот так вот. Так. Разбавляем, промываем водой кристаллы. Так, отлично. Надо, чтобы меньше было этого раствора ненужного. Разбавляем водой его. Так, наливаем воды, чтобы наша соль растворилась. И сейчас прильем нашему раствору. Кто знает, может, это хороший восстановитель. Так, соль прекрасно растворяется. В принципе, растворилась. Не вся, конечно, но половина где-то растворилась, что я взял. Давайте попробуем. Я не знаю, что получится. Я чуть-чуть наливаю и смотрим. Никакой реакции нет. Нет, ничего не происходит. Абсолютно ничего. Ну что же, не страшно. Все-таки давайте проверим хлорным оловом, чтобы все знали, что это золото. Капельку. Вот, буквально капельку, видите? Взял. Так, сейчас, подождите секундочку. Вот, капелька хлорного олова. Вот видите, сразу же реакция произошла. Ну ладно, это сейчас снова растворится. Это так, чисто для примера показал, что это золото было. Значит, ту соль можно выливать. Смело выливать. Все. Ладно. Это на реакцию. А этот раствор я потом восстановлю отдельно и сплавлю. Прошел где-то час времени. Мой осадок практически высох. Я его так вот помешивал за это время. Он собрался вот такими вот сгустками, какими-то комочками всякими. Осталось немного досушить и буду плавить. Вот сколько у меня получилось концентрата перитового. То есть здесь в основном концентрат перита. Может быть, есть золото. Я специально не стал на этот раз выделять золото при помощи железного купороса. Хотя можно было бы. Он бы прекрасно с ним прореагировал
Если тут золото есть, оно бы выпало. Но я решил попробовать именно такой способ. Поэтому не стал так делать. Мой осадок практически высох. Чуть-чуть, может быть, совсем чуть-чуть. Кое-где есть. Но, в принципе, это уже роли не играет. Берем наш тигель. Немного этого осадка. Ну, вот так вот. Вот так вот пойдет. Хватит, все. Вот так вот взяли мы этого коричневого осадка, похожего на золотой осадок. Но это, разумеется, не золото. Так, убираем наш осадок сюда. Сейчас будем это плавить в моей нано-печи муфельной. Устанавливаю тигель в печь и начинаю плавить. Тигель в печь установил. Накрываем крышечкой и включаем нашу нано-печь. Она действительно лучшая из всех. Я в этом не сомневаюсь. Не зря я тогда мучился, делал ее. Так. Печь включил, дело пошло. Спираль начала греться. Накрываем вторую крышечку. И заглянем через 3-4 минуты. Как всегда. Прошло 3 минуты. Все уже начало разогреваться. Тигель еще не разогрелся до красна, но уже так начинает. Еще пар выходит, потому что осадок немного не досушился. Но уже все начинает греться. Спираль раскалилась. Ладно, заглянем еще через 3 минуты. Прошли еще 4 минуты. Давайте посмотрим. Все уже, смотрите, какое. Вот это вот печь. Вот это вот другое дело. Смотрите, как она быстро все разогревает. 7 минут всего лишь прошли. Через 3 минуты уже начнет плавиться. Так что с компьютерами проблем не будет. Как только осадок выделю золото, сразу же его сплавим. Имейте в виду. Результаты вообще одни плюсы пока. 12 минут прошли, как я начал, и все уже такое яркое. Ого-го, какое просто. Просто как ад. Началось все плавиться. Ну вот он уже начал собираться, спекаться. Да, вот, начал. Еще чуть-чуть осталось подождать. Сейчас еще немного и... Это такая пробная партия. В случае успеха я остальное, разумеется, все переплавлю. Так. Ад. Адовая печь. Адовая нано-печь. Аж кислород горит, как открываю крышку. Настолько сильно все греется. Предполагаю, что в ней можно будет сплавить даже палладий. Можно будет пустить в расход эту одну спираль. Температура должна достичь там больше 1500 градусов, 1600 где-то. То есть, в принципе, если немного палладия будет, сплавится, я так думаю. Но я могу ошибаться. Попробуем, ладно. С кирпичами ничего не будет. Это я точно знаю. Я думаю, самое время доставать его. Отключаем плитку. Итак, достаем. Ничего себе. Вот это да, блин. Аж тигель горит. Я, наверное, его доставать не буду, ребята. Вот это да. Видали? Это вам не какая-то там. Ну-ка-ська. Ну да, там все.
спеклось так, не сплавилось. Но мне этого будет достаточно. Вот так его помешаем. Можно его даже... Он может плавиться, может при 1500 градусах. Я точно не знаю, поэтому мне вот этого достаточно, что я сделал. Отлично. Пока он не прилип, я это делаю. Мешаем, снова высыпаем все это сюда. Ну, вот так вот нормально все. Пойдет. Накрываем крышечку. Спираль держится прекрасно. Еще хватит на один раз расплавить. Температуры немного не хватило. Потому что, наверное, у перита все-таки больше, чем 1200 градусов температура плавления. Скорее всего, у него температура плавления приближается к 1500 градусам. Потому что 1200 градусов там было и даже больше. При такой температуре, как я достал, у меня золото плавилось. И медь тоже. Значит, температура плавления перита куда больше, чем я думал. Но то, что мне надо... У меня получилось. Теперь это сейчас будем растворять в азотной кислоте. Или в соляной, вообще-то, в соляной. Перит не растворяется в азотной кислоте. Ну вот, мои друзья, наступило утро следующего дня. Вчера это все плавил под вечер. Все было раскалено до такой температуры. Ну, где-то 1400 градусов, я думаю. Но при этом осадок не сплавился. То есть, значит, температура у перита приближается к 1500. Когда я в железном тигле тогда плавил, у меня тигель расплавился, поэтому там все и сплавилось. Здесь чуть-чуть не хватило температуры, но он спекся. Я насыпал половину тигля этого, то есть половину его, а получил вот столько осадка под конец. Осадок какой-то коричневый, наполовину коричневый, наполовину черный. Так вот, вот этот коричневый цвет меня очень интересует. Может, это и есть наше золото? Знаете, я как тот безумный ученый, который ищет частицу Бога, частица Бона Хиггса. Также я ищу эту частицу золота в камнях. В результате растворяю всякую антиматерию, получаю всякие растворы с калифорнием, выливаю их потом в раковину. Отчего мой сосед, слава богу, наверное, от этого разбогател там, блин, эти растворы с калифорнием получает и потом продает за границу. Да шутка, ладно, это так. Хотя я бы не против был бы вот такую чашечку раствора Калифорния получить. Так, берем. Они спеклись. Осадок спекся, эти кусочки. Их можно взять даже руками, они не налипают. Так, ну ладно, чуть-чуть вот так вот возьмем. Получился песок такой какой-то. У меня лабораторные стаканчики заняты, я уже начал там компьютеры разбирать понемногу. Ну, всего-то штуки 3 разобрал. Ставим это на плитку. Вот это вот растворим. Если останется желтый осадок, надо будет посмотреть, что это. Наливаем самодельную соляную кислоту. Смотрите, как самодельная соляная кислота хорошо реагирует. А кто-то говорил, что самодельная соляная кислота 15% нету в моей. Как видите, самодельная соляная кислота очень хорошая. И камень растворился. И золото растворилось настоящее между делом. И сейчас даже это прокипятим. Так, включаем плитку. И сейчас я накрою крышкой, и пусть покипит. Если останется желтый осадок, возможно, это наше золото, ребята. А ненужную антиматерию сольем в раковину, разумеется. Чтобы сосед мог себе уже дом построить нормальный. Моя самодельная соляная кислота прекрасно реагирует с нашим осадком. Осадок растворяется. Все шипит. Я думаю, полчаса хватит, чтобы все растворилось.
И я тут подумал, может мне стоит сделать видео, как сделать самодельную азотную кислоту. Я думаю, такое видео тоже многим пригодится, поэтому вы дайте мне знать насчет этого. Если человек 10-15 отзовется насчет того, чтобы я сделал такое видео, обязательно сделаю. После этого видео пойдет ряд видеосъемок с извлечением золота, палладия из компьютеров. Но я обязательно сделаю видео с изготовлением самодельной азотной кислотой, как только закончу с компьютерами. Можете быть в этом уверены. Наш осадок растворяется. Видите, осталось чуть-чуть. Шипит. Отлично. 10 минут прошло. Все идет как надо. Прошло полчаса. И пришло время снять наш раствор. Так. Давайте посмотрим, есть, нету осадка. Знаете, что-то немного вот есть, но... Осадок тяжелый вроде бы. Да ну ты. Да ну ты нафиг, а? Неужели это золото? Зараза, пары. Пары! Вредные ребята. Правильно мне многие подписчики говорили, надо соблюдать технику безопасности. Нужен респиратор хороший или противогаз. Это все вредно. Сейчас я сниму камеру и покажу. По-моему, немного осадка получилось. Надо взбрызнуть, чтобы меньше пары выделялись. Вот так вот. Отлично. Задохнуться можно. Соляная кислота достаточно сильная, так что имейте это в виду. Давайте посмотрим, я снимаю камеру. Так, продолжает испаряться соляная кислота, еще туда надо добавить воды побольше. Пирит растворился. И вот наш осадок, ребята. Смотрите. Кипело у меня где-то час. Отлично, отлично. 1/3 я это расплавил, вернее, сжег. Еще вот осталась половина здесь, примерно столько же, то есть очень мало. Ну, где-то, может, капельки 2 золота получится, как вот я показывал с углем, из всего объема. Ну и половина камня у меня еще осталась, я же только даже больше половины. Вот он наш осадок. Коричневый. Это просто офигенный результат, я доволен. Ладно, камень тоже, наверное, оставлю как образец, не зря его подобрал. Результатом, разумеется, я доволен. Все сработало, все получилось, как я планировал. Да. Осадок такой хороший. Чуть-чуть сверху плавает немного какая-то грязь, но это, наверное, от этого. Видно, вот видите, да? Слегка. Это бумага, наверное, тоже горела, но это не бумага. Это осадок реально. Именно того, что я и искал. Коричневый, вот он. Осадок, он такой крупненький, вон, даже видно. Супер, супер. Вот такие вот дела, мои друзья. Спасибо всем за внимание. На этом видео заканчивается. Ждите продолжения. Не с камнем с этим, а именно в следующем видео я уже начну разбирать вот эти вот компьютеры. Это будет очень подробный и очень необычный процесс. Я там буду очень много чего рассказывать. Это вам поможет на 100% разобраться. Хотя
и мои предыдущие видеообзоры были очень подробные. Но это будет еще одно такое дополнение. Потом плюс-минус, и мы точно узнаем, сколько же золота в 30 компьютерах. Потому что я уверен, что у меня была потеря тогда с материнскими платами. Вот он, результат, ребята. Пирит растворился, золото осталось. А на этом конец. Спасибо всем за внимание. И всем вам удачи в поисках и всего самого наилучшего. На этот раз осадок плавить не стал, потому что видео достаточно затянулось. Все остальное я доработаю вне съемок. Результатом впечатлен и сильно доволен, разумеется. Сейчас я это начну дорабатывать. Просто супер. Не верите? Это ваши проблемы.